Всем приветики. Пришло ко мне реле времени с Алиэкспресса упаковано в такую пенопластовую упаковочку. То есть довольно-таки хорошо защищено. Внутри лежит еще пакетик, чтобы оно не тряслось. Кстати, круто придумано. Вот. И сама коробочка. Вот так вот она выглядит. Так оно и на самом деле должно выглядеть. Это, видимо, модель Time Control Relay модуль. Модуль реле контроля времени. По идее, оно тут можно и на сутки задать, и на день, и может даже на месяц. Ну, короче, так выглядит довольно-таки неплохо в упаковочке, такой хороший. Такой уже чувствуется такой вес, не то что совсем легкая батареечка даже стоит, ничего себе, я думал без батарейки. Это, видимо, память всех твоих параметров, если разрядится, то все. Ну, довольно-таки мощно, в такой упаковке большой, чтобы не повредилось. Плюс пакетик еще был, чтобы оно не болталось. Плюс еще внутри картонная коробка и плюс еще антистатический пакет. Так. Хорошо, что он уже разрезанный. Жалко только... О, еще инструкция. Жалко только, что нету корпуса. То есть оно просто плата. И хотелось бы, чтобы был корпус. Но, к сожалению, корпуса нет. Я с корпусом вроде бы... Хотя не видел. Но оно, по-моему, там оно намного дороже. Ну, или не намного, но еще доставка дорогая там была. Здесь даже инструкция есть, правда, на английском. Ну, так оно подключается. Сюда подаешь питание от 5 до 60 вольт. А сюда подключаешь какой-то девайс. В принципе, можно подать сюда питание. Один провод минусовой сразу подключить к... или плюсовой тоже отсюда подать на устройство, а плюсовой подать сюда, например, на середину. И от устройства сюда тоже провод. И оно будет потом просто замыкать. Ну, так, короче, я так сейчас не объясню. Это... Ну, потом, когда разберусь, мне надо еще будет по функции посмотреть. Сейчас это пока что просто распаковка. Как, собственно, и в прошлый раз, когда я реле открывал. Предыдущий таймер задержки, это реле времени. Тоже была сначала распаковка, потом я разобрался и сделал уже обзор. Так и тут сделаю. Сначала нужно будет разобраться. Правда, все на английском, конечно же, ничего не, так и непонятно. Это надо будет разбираться. Вот. Пока что ничего не понятно. Пока что распаковочка. Но выглядит похоже. Стоп. Установки вверх-вниз. Пищалка какая-то даже. А зачем она нужна? Сюда даже микро-USB подается. Есть экранчик, который показывает. Причем... Как раз таки, да, можно 24 часа, я так понимаю, задать. Здесь само реле, которое переключается. Сюда питание приходит. Ну, а здесь центральный провод. Он всегда замкнут, а дальше реле переключается либо на этот, либо этот замыкает, либо этот. Батареечка. Я думал, кстати, без батареечки будет. Но хорошо, что он там есть. Видимо, когда она разрядится, все твои параметры, которые ты задал, сразу, ну, пропадут. И с этой стороны. Ну да. Короче, такой вот таймер времени, реле времени. Потом разберусь, сделаю обзор. Оно, кстати, похоже на это реле. Тоже стоп, сет, вверх и вниз, причем в одинаковой последовательности. А экранчик уже побольше. Ну и жалко, что нет такого корпуса. Было бы в таком корпусе круче.
чем просто вот оно. Жалко. Я, по-моему, видел с корпусом, да, там, по-моему, доставка, наверное, сильно дорогая была. Там, наверное, даже дороже, чем само реле, так я не стал заказывать. А заказал просто. Да, там, по-моему, доставка именно из-за доставки, что ты платишь за доставку. Например, если реле стоит, допустим, $5, то доставка, например, 10. Или тоже 5. Так не хочется столько денег платить за доставку. Поэтому я и не стал брать. Взял такую, она была с бесплатной доставкой. А так, с корпусом, с таким, вот, конечно же, было бы круче. Такая вот батареечка, только что померил тестером. В ней 3,34 вольта, то есть заряженная. И еще обратил внимание на то, что с этой стороны все такое, ну, вроде как новенькое, чистенькое, красивенькое. А с обратной стороны, ну, такое заляпанное, как-то грязное, в каких-то отпечатках. Ну, то есть оно с этой стороны как будто бы как липкое было. И кто-то ее пальцами сильно залапал, он такой грязный, какое-то все затерто. Где-то он канифоль какая-то. Ну, короче. С обратной стороны, ну, короче, не очень сильно качественное. Ну, как-то такое. Ну, вон оно какое видно, грязное все такое. Или с этой стороны оно, ну, прям блестит такое новенькое. Или с той стороны там вот видны и отпечатки, какие-то пальцы, все такое. Кто-то лапал. И оно все такое грязное. Ну, главное, чтобы работало. Ну, тоже как-то такой, конечно, неприятный момент. С виду такое вроде и упаковочка, все такое новенькое такое. А потом раз, оно такое все грязное в отпечатках. Ну, не очень, конечно, не очень приятно. Вот, ну, а потом проверю работоспособность. На этом все. И сделаю обзор. Всем покедова.